Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Часть военной помощи США будет направлена Киевом на покупку летального оружия. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что часть военной помощи США будет направлена Киевом на закупку летального оружия. $300 миллионов ранее было выделено Конгрессом США Украине. По словам министра иностранных дел, некоторая часть этого бюджета будет использована для приобретения летального оружия. Первая поставка Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» 37 пусковых установок и 210 ракет на сумму $47 миллионов была одобрена США весной 2018 года. Ранее стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил продажу Украине очередной партии комплексов «Джавелин» 150 ракет и связанное с ними оборудование на сумму около $40 миллионов. Помимо самих ракет, Украина планирует приобрести для них несколько десятков пусковых установок. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.